Сирийская и российская авиация снова бомбила провинции Хама и Идлиб. Это последний оплот антиправительственных группировок в Сирии. В течение последних суток нанесли около 70 ударов. Среди прочего, по данным турецкого агентства Анадолу, вертолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на здание больницы в районе поселка Хас. Дамаск готовится к крупному наступлению, чтобы вернуть контроль над Идлибом. Авиаудары там возобновились после того, как Россия, Иран и Турция на саммите в пятницу не смогли договориться о перемирии в провинции.